Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Катапульта против пиратов. Так, погнали. Мы с тобой остановились на 22-й миссии, разве здесь? Ну ладно. Босса мы миновали. Погнали. Да иди ты. Потопили. Стоямба. Ну куда ты там? Да хорош. Да ну серьезно что ли? Да подожди ты, господи. Так, перебор. А вот так, наверное, шмякнем. Сдулся, полетел. Так, слушай, ты иди отсюда. Так, нам надо вот этих-то быстренько завалить. На-ка. Раскрамсули, до свидули. У меня других слов нет на тебя. А сразу двоих нельзя было? Так, стоямба. Есть. Есть ведь? Нет, не есть. Не ушатали мы. Готов, хлопчик. Так, вороненок, отдай монетку. Отдай, говорю, монетку мне. Так, лодочки. Вон ту лодочку на... С пушки, понимаешь? Он с пушки бомбит, понимаешь, что по мне. А? Хлыщ. Давай, наяривай лодку топим. Перфект. Прошли, что ли? Прошли, по-моему. Слушай, у нас 1434 монеты, к твоему сведению. Что тут такое? Ага, предлагает нам приобрести тут кое-что. Нет, не хочу. А почему сразу двоих-то не можешь, да? Вот так вот буду знать свое место и кормить рыбок, к тому же. Опа, этот парень с пушкой был. На минуточку, если ты не заметил. Слушай, что-то тут дирижабли пошли с... Не понял, как это так? Как это у него шар в защите, что ли, был? Я не понял. Иди ты нафиг. Стоит он там, по мне стреляет. Смотри, а? Чепушил несчастно. 23 дня, а мы с тобой тут на отбивку. Бомбим на отбивку. Чечетку ее. Почему не смешно, ребят? Я не знаю. Смех не к добру, блин. Так, давай сюда. Ах ты! Ах ты, хлыщ ты моржовый, а? Ты посмотри. Пол корабля не было, а он там еще успел все-таки шмальнуть, а? Маленький засранец. Так, у нас с тобой 1496. Может быть, давай с тобой это... В магазин зайдем, да хоть посмотрим, что он там можно приобрести. В магазин нас с распростертыми объятиями. Смотри, например, мы можем с тобой улучшить башню. Шлем, я не знаю, стоит ли нам шлем с тобой брать. Так, здоровье башни восстанавливается, да? Это... А, это мы с тобой чиним башню. Просто покупаем и чиним башню. Камни, как ты понимаешь, это все у нас временно. Это все заканчивается, то есть нам выгоднее брать. Слушай, для того, чтобы требушет взять, что надо? А? Скажи-ка мне на милость, что нужно для того... Апгрейд башни 4000 монет, вы серьезно? Да, у вас тут ценишки-то такие, знаешь ли, кусающие. Трындец просто, ты посмотри. Пифлект сферы, что за... Где? Как это зарыва? Где это взять, ребят? 1500 монет, ладно, хорошо. Давай продолжим с тобой битву. Судя по всему, мы должны это зарабатывать, деньги, естественно. За счет убийств. Но вот эти вот камушки... Камушки, с которыми мы с тобой сейчас в данный момент... которыми мы в данный момент с тобой бомбим, я тебе скажу следующее. Они уже не актуальны. Смотри. Бочка. Ой, бочка. Чё, какая бочка? Чё мне? Да уйдите вы, они мне не дают. Ребят, сейчас эта фигня подойдет и будет взрыв. Эй. Все. Прикинь. Чепушилы несчастные. Они мне просто специально запороли, а. Они мне запороли эту фигню, короче, я не успел бомбануть. Уйдите отсюда, а. Уйдите, я сказал вам, а. Почему у них шары бронированные, я не пойму. Раньше с одного удара... Вон она, эта фигня. Видишь, что-то делает? Я успел ее подбить. Ты посмотри.
не получается пробить сразу же. Сдули. До свидули. Сдули, до свидули, вы правильно говорится. Ядрами они тут еще. Они еще я. Лодку-то эту утопим или нет? Стоит тут, нервирует меня. А, там еще и лучник, оказывается, на этой лодке стоял. Стрелял, я его и не видел. Так, это что за пушка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Упс, я проиграл, да? Да, друзья мои, я просто нашмальнула в меня разочек, и все, и я распластался. Мортира ее по-другому не называют. Это была самая настоящая мортира. Да, хорошо он бомбанул по мне. Хорошо. Вот, 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 вот. Опять эта параша плывет, ребята. Опять параша это плывет, надо нам ее. Да ну что-то, блин. Есть, успели. Так, теперь заряжаем в полной программе. Да ты будешь хорошечно-то бомбашить. Вот, он улетел. Слушай, может быть, когда придет эта фигня, нам с тобой поменять ядра? Что скажешь? Как вот ты думаешь, стоит ли нам менять с тобой ядра? Или не стоит ни шиша? Так, я не понял, что там за фигня? Ой, катапульта. Вот она. Так, хорошо, что стрелы, ребята, от нашей головы отлетают, потому что мы в шлеме. Слушай, я не понимаю, почему? Все, 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 все. Да лодку ты тут шмальни, блин. Не надо. Этот мелкий на катерке там. На катерке, ну ты понял, на лодочке, короче. Давай. Ну. О, мне что, пальчики жирные, что ли, что тут на экране не фиксируется? Ну что такое? Пальчики жирные, что-то. Опять, ребят, опять это баллиста. Сейчас, если попадет, нам кранты. Ну, слава богу, не попал. Да ёк-макарёк, ты будешь по нему попадать. Фью. О, да, это было трэш. Это было трэшовенько, друзья мои. Погнали дальше. Вот сразу, да, сразу начинаете вы с этой фигни, да? Ну, е. Ну. А, потопили кедрени феним эту лодочку. Так, тут уже. Вот так вот сделаем. Полетел на дно морское кормить. Так, слушай, опять. Ребята, 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 ребята. Да взорвись ты, макарёк. Все. Трындец. Так, ворон. Кто не успел, тот опоздал, да? Я понял. Фью. Слушай, а что такие деньки-то? Долгие, долгие дни, ребят. Долгие дни у нас идут. Вот что я тебе скажу. Ко дну морскому пошел. Ну, е. Подбили. Так, половину 25-го дня мы прожили. Опять? Я терпеть не могу, когда он так вот запуливает. Вот, наверное, таким вот образом, да? Фиг попадешь, называется.
Есть, блин, у меня Базенка-то, ребят, на добром слове держится. Посмотри, стенки практически нету. Еще пару залпов и все, я испекусь. Да что такое-то, что тут? Что за дребудень-то такая? Объясни-ка мне на милость. Да топи ты их, эти кораблики. Не пойму я нафиг, ребята. Все, меня снесли. Я думаю, что я не могу стрелять? А потому что меня уже в живых там нету, блин. Все, там один скелетик, блин, сидит, танцует, наяривает. Чертовщина какая-то. Я могу только вот так вот бомбить. Поможет это? Помогло, спасибо. Куда ты летишь, а? Пройдуха. Ага. Очень капитально наяривает. И не достали ни шиша. Уже, друзья мои, не так смешно, как было раньше. Сейчас уже не до смеха, вот серьезно тебе говорю. Особенно, когда вот эти вот шары, которые я вообще не понимаю, почему они не подбиваются. Так, ворон. Подбил Воронова. Опять мортира. Ну тут мы с тобой, слава богу, ее быстренько. Почему вот почему я ту не могу. О, снесли. Ну где вы, гаденыши, давай. Иди отсюда. Ко дну. Фью. Так, друзья мои, немножко осталось. Нам надо, главное, прожить. Выжить. Твою налево, опять эта фигня меня укокошила. Да что ты будешь делать-то, а? Не знаю, мне уже психоз берет. У меня уже палец, ребята, отсох просто-напросто. Я вам серьезно говорю. Уже постоянно надо гулять, оттягивать, натягивать. Запомни. Смотри. Лич, тут сработало, отлично. Пошел прочь. Вот сиди, думай, может быть, вот так вот действительно лучше метко стрелять. Метко. Да что в тебя? Нет, когда ты целишься, это еще хуже, друзья, получается. Еще хуже. Не понял, что это еще раз? А разве такое было, чтобы у нас еще раз вот эта фигня прилетела? Эй! Так, хорош. Воронок. И воронка успели, да, как раз с тобой прихлопнуть еще. Замечательно, пока все идет хорошо, ребят. Угу, не улетишь, гаденыш. Так, отлично, здесь был. Оу! Чувак сразу ныряет. Не успели появиться, ребят. Не успели появиться, мы сразу. Вот. Не дай бог, сейчас опять попадет. Чух. Это трэш. Это, серьезно тебе говорю, трэш, ребята. Так, 178 монет мы получили. Двигаемся дальше. Так, это что такое? Скажи мне, что это выплыло тут? Подводные лодки уже появляются. Да? Молодцы. Уже до подводных лодок мы с тобой дожили. Если ты еще не в курсе. Вот теперь будешь в курсе. Ты смотри. Так, господи. Ну. Все, сдули. Сдули, до свидули. Укокошили, укокошили. Ты просто посмотри, что они творят. Они стреляют именно в меня.
Там подводная лодка опять выскочила. Попади ты по ней. Вот так вот. Да? Снаряд в снаряд. А если так? А если еще так? Вороночка мы подбили, отлично. Ох, ничего себе. С двух дуплетов как шмальнул. Сейчас мне мало не показалось, ребята, если честно. Совсем мало не показалось. Опять ты тут лезешь, а? Щух, щух. По-другому скажешь только щух. И все. Итого 130 монеточек. Когда босс сейчас, наверное, будет, ребята. Сейчас будет, скорее всего, босс. Хотя нет. Ну, вроде как круглый, да? Так, тихо. Ну, куда ты? Все. Блин, наверное, нам надо все-таки прокачивать уже нашу катапульту. Я не знаю, ребят. Не надо тут. Плывет он. На веслах счастья. Без этого сегодня. Сдуйся ты отсюда, а. Ну. Да, господи, что... Хорошо, что у нас, ребята, шлем такой хорошенький, который нам не дает стрелам пробить голову. Ну. Слишком высоко, да? Давай вот так вот возьмем. Отлично. Опять? Да я стреляю, стреляю, ребята. Ну... Взорвали. Так, теперь вон ту гадость. Тюх. Стрела в голове. Ребят, стрела... У моего персонажа стрела в голове. Торчит. Я не знаю, как он живет. Как-то вот, как-то живет. Пока еще. Но это, видимо, последнее китайское было, да? Предупреждение. Больше таких... Так, тихо-тихо. Как вот мне эту лодку подбить? Подбили, да? Все, друзья. И герой мой упал. А засчитает или нет? По-моему... Подожди, засчитали или нет? Я не понял. Засчитали. Несмотря на то, что наш герой погиб в конце, в самом деле. Он улетел. Его подбили. Засчитали, что мы с тобой уровень этот прошли. И это классно. Не классно здесь совсем другое. То, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Да совсем не... Нормуль. Иди гуляй, Вася. Еще один Вася летит. Слушай, а что он такой? Да ты посмотри, какой Вася, а. Не хочет нифига сдаваться. Так, тут у нас что еще? Что это вылезло? Блин. Вот как вот это вот подбить гадость-то, а? Ну скажи вот. Все, подбил. Тыч. Ну, да господи. Разбирается по кусочкам. Вначале одно, потом другое, потом третье. Угу, готово. Давай, бомбашим. Говорю, бомбашим. Подводные лодки повыскакивали опять. Ну, есть. Есть контактиш. Комфортиш. Давай здесь вот. Иди. Со своим арбалетом там. Прицельным. Есть, друзья мои. 28-й день пройден, прожит. 183 монеты. Так, я так чувствую, на 30-м уровне у нас будет босяцкий, верно? Да 100% тебе говорю, что будет именно босс. Какой-нибудь хламонище несчастный, как всегда, не любит втюхивать нам здесь. Пока одни дирижабли против меня летят. Что тоже не очень радостно. Летят прикольно. Так, а вот и лодки пошли. Я думал, лодочки не будет. Ну, конечно, не будет тут лодочка, ага. Мечтай. Вон они. Так, а эта лодочка у нас... Ай-яй-яй-яй, это мортира. Это, друзья, мортира.
Это хорошо, что... Блин, тут еще и подводки. Вот как... Вот, 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 пошел, пошел, разнос. Ворон, уйди, пожалуйста, не для тебя сейчас. Хотя как не для тебя, когда... Все, монетки утащил. Утащил монетки. Воронок ты. Больше клювом щелкай, да? Так, это у меня от щита, я так понимаю, от шлема, да? Сейчас только что стрела отлетела. То есть мы выжили. Ну что, друзья мои, 112 монет. Я не знаю, от чего зависит получение монет. Ну и что ты? И что ты ползешь? Не доплывешь, гаденыш. Слушай, ну... О, я это что еще? Я уже на катере, блин. Представляешь? Они уже на катере тут. Да ты достал там уже, а? Ты видишь, стреляет. Жучара, ну-ка. Все, подбили. Так, этого сдуло. Вот здесь не было вовсе. Ну, ну. Посмотри, а. В меня стрела попала там прям. Прям четенько видно. Давай, 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 влупляй. Доплавался на лодочке своей. Христофор Колумб, да? Юху! Даже пикнуть. Тихо, я, когда ядра летят над головой, так очково. Думаешь, как бы этот снаряд не попал тебе в лицо. Все. Потому что остается совсем чуть-чуть, ребята. Совсем чуть-чуть, и будет уровень пройден. И не хотелось бы где-то на последнем этапе отдуплиться, ты сам понимаешь, да? Босс. Что? А куда бомбить-то? Уже никуда, потому что я остался без катапульты. Друзья, зашибись. Это для того, чтобы мне дойти до босса, это нужно сражаться со всеми. Ё-моё, он будет в самом только конце. Ты представляешь? В самом конце. Если он попадает в катапульту, то, ну, ты сам видишь, что в катапульте крышка. Если сейчас он то же самое сделает... Умоляю вас. Не знаю, давай мы с тобой, наверное, выйдем в магазин. Вот, видишь, босяцкий. Так, выйдем с тобой в магазин. Что мы можем в магазине? О. Так, щит у нас есть. Ух ты. Так. Уже хорошо, друзья мои, щит у нас есть. Угу. Так, что бы нам здесь взять? Купил. Да, интересно, не знать, поможет ли мне вот этот вот и щит, и вот эти вот снаряды против босяцкого. Хотя 30 уровень, фиг его знает, ребят. Угу, типа нажми, говорят, активируй. И бомбу, типа, да? Кликай. Слушай, давай я не буду сейчас пока. Эй, а как? А как мне это отменить? А, ты надо было, наверное, вот сюда нажимать, на рядом камень-то, который бесконечность. Так, ну ладно, тупанул. Тупанул. Вот так вот переключать, и все, никаких проблем не будет. Так, давай, охламон, подходи, 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 я говорю. Все, ты пошел отсюда прочь. Опять? Никаких лодочек здесь. Так, щит, короче, мы будем с тобой активировать уже на боссе. Хотя фиг его знает, на ком там лучше активировать, на боссе или... Интересно, у нас есть такая броня, которая будет нас защищать просто от снаряда? Вот снаряд в тебя попадает, а ты как будто ни в чем не бывал, целехонький и невредимый. Ну давай, 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 жми, 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 гашетку-то жми, говорю, блин. Забрали. Так, сейчас босяцкий, ребят, сейчас босяцкий уже выйдет.
остается совсем, совсем чуткарик. Не забываем про щит. Ты издеваешься, что ли, блин, а? Давай, хоба, хоба. Вот, ребята, и босс. Активируем щит, активируем вот эти вот. Погнали. И... Что он делает? Куда бить-то ему надо? Ребят, я не понимаю, куда ему надо бить. Я не понимаю, куда ему. У него покраснение я вижу, но мне туда не пробить. Понимаешь, не пробить в это вот красное место, которое у него на корабле. Слушай, давай, наверное, мы с тобой закончим пока сегодня, да? Пока мои нервишки целые. Ой, обязательно увидимся в следующей серии. И начнем с того, что мы этого босса с тобой расколбасим. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.